Добрый день, представляю вашему вниманию микс экстра Бельгия зима. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого платья с чашечками. Размерчик М. Танковочка Элька. Футболочка размерчик L. Брючки S-ка. Футболочка L-ка. Юбка M-ка. С подкладом не просвечивает. XL танковочка. Маечка S-чка. Брючки размерчик 44. Жакет. Размерчик у него L на пуговичках, тепленький довольно. Комбинзон, размерчик 110-116. 38 размер брюк. М-ка футболочка. Юбка XL с подкладом. S-очка майка в рубчик. S-ка брючки. Блуза L-очка не просвечивает. Здесь такое болеро, полностью просвечивает. Размерчик S. Брючки 42 размера, атласные. Юбочка. Размерчик SM. Топ без бретелей L-ка. Юбка спортивный трикотаж Nike. Размерчик 128-137. Футболка есть небольшие загрязнения. Размерчик на 6-7 лет. Здесь у нас XS шортики джинсовые, элечка, футболка, есть небольшое загрязнение, вельветовая юбочка, размерчик S, футболочка SM, джинсы, есть небольшие загрязнения, размерчик S, толстовочка 52-54 внутри флис, платье на бретелях, размерчик ML, вот оно не просвечивает. Юбка М-ка, платье без бретелей, размерчик М. Толстовочка флисовая S-ка, горло высокое. Шорты евро 40, маечка L-ка, S-очка блуза, брючки размерчик 44. Платье без бретелей эмочка не просвечивает. 28 размера шорты. Поло эмка. Шорты 34 размер с пропиткой под кожу. Танковочка с капюшоном. Размерчик на 12 лет. Внутри петелька. Юбка шерстяная евро 40. Жакет евро 40. Толстовка флисовая. Размерчик LXL на замочке. Жакет внутри флис M-очка. Топ S-ка. Only брючки евро 36 с пропиткой под кожу. Флисовая толстовочка M-ка, горловина на замочке. Так, здесь у нас L-очка платье без бретелей. Толстовка на замке S-очка плюшевая. 36-34 брючки, джинсы, жакет 42 размера, пальто, размерчик L, толстовка M-ка, внутри плюш, очень толстая, такая прям плотная, на замочке, куртка флис внутри, 2XL на замке с капюшоном. Элечка. Такая вот куртка. Элька. Куртка на замке. Дальше. Такое вот замечательное платье. Размерчик у него ML, жакет размерчик M, футболочка XS,
брючки эска, танковочка эсочка, рукавчики расклешенные. Так, здесь у нас брючки евро 36, толстовочка вязка как травка эска, танковка платье размерчик М, флисовая толстовочка элька горловина на замке, юбка размерчик S, евро 40 рубашка, джеггинсы есть небольшие загрязнения, размерчик M, футболка элька, юбка размерчик ML, не просвечивает, евро 40 топ, толстовочка флисовая М-ка, горловина на замке, джинсы размерчик 34, толстовочка горловина на замке 54 размер, джинсы так, евро 42, платье 98 ростовочка, юбочка элька с подкладом, эмочка майка, есть небольшие загрязнения, XL футболка, брючки Zara евро 38, рубашка 46 размер, юбка размерчик L, такой вот топ эмочка, платье в рубчик М-ка, футболка размерчик S, толстовочка S, горловина на замочке, поло есть небольшие загрязнения, размерчик XL, здесь вот загрязнения небольшие, платье без бретель, размерчик M, топ М-ка, джинсы размерчик 38, толстовка флисовая на замочке XL, толстовочка флисовая размерчик M, здесь у нас XL 2XL платье. Дальше. Футболочка элька. 158-164 кардиганчик. Юбочка ML. Блуза топ. Размерчик L. 5XL толстовка флисовая, есть загрязнения небольшие, плюшевые брючки, размерчик на 8 лет, толстовочка 42 размера флисовая на замочке, брючки евро 42, плюшевая толстовка элька на замке, евро 36 брючки, толстовочка флисовая с капюшоном 2XL. Так, толстовочка размерчик S. Есть небольшие загрязнения. Такая она тоже флисовая. Здесь у нас футболочка M-ка. Флисовая толстовка M-ка горловина на замке. Джемпер размерчик на 6-7 лет. Толстовочка на 9-10 лет, флисовая на замке, толстовка XL, внутри начес на замочке, XL толстовочка на замочке, ветровка на замке, размерчик на 14 лет, здесь у нас толстовка такая вот как платье XL, плюш внутри
сама, она тоже плюшевая с капюшоном. Толстовочка флисовая с капюшоном. Размерчик SM на замочке. Дальше. Юбочка. Какая вот замечательная. Размерчик евро 40 с подкладом. Эсочка джемпер. Рубашка 44 размера. Эсочка блуза с подкладом. Юбка эска с подкладом. Такая вот футболочка на пуговичках евро 36. Топ эмка. ML платье без бретель. Может даже юбочка. XL футболка. Юбка. Размерчик евро 40. Танковочка элька. Маечка на бретелях. Эсочка. ML танковочка. Здесь такое как болеро эсочка. Пончо. Размерчик, я думаю, от S до L. Толстовочка H&M на флисе, горловина на замке, размерчик L. SM джемпер, юбка, размерчик SM, брючки, размерчик евро 40. Эмочка джемпер. Джемпер элька. Здесь такой джемпер с вставочками от блузы SM. Брючки 2XL. Жилет плюшевый с замком и капюшоном XL. 2XL куртка с искусственным мехом. Здесь куртка внутри без флиса, элечка, очень такая плотная, с капюшоном куртка, размерчик М, внутри плюш, такая тоже тепленькая. Здесь куртка евро 38 на замочке, с капюшоном внутри, как флис, размерчик L на замочке. Куртка с капюшоном, ГС, размерчик S, с капюшончиком и вставочками из искусственного меха. Здесь куртка внутри флис, размерчик L на замочке. Также в лоте есть вот такие вот носочки детские, я думаю, размер 35. Такой вот на коленник или что это. Так. Такой вот ремень лакированный. Шапочки. Такие вот утепленные лосины. Размерчик, наверное, на 5 лет. Вот эти 4-5 лет. И вот такие вот еще шортики есть. Размерчик XL, Асмара, видимо, утягивающие. Трусики детские. Здесь у нас размерчик на 6-8 лет. Здесь у нас, наверное, эсочка боксера. И также еще в коте есть обувь. Такие вот мюли босоножки, 36 размерчик, небольшой каблучок. Кроссовочки, 35 размерчик. И вот такие вот балеточки 41 размера. Идут они вот с такими ремешочками, ленточками. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.